Как и в предыдущие годы, в слете-конкурсе от МЧС принимают участие лучшие из лучших. Ребята, прошедшие серьезный предварительный отбор, сдавшие экзамен по теории и практике на отлично. На городском уровне им предстояло превзойти сильных соперников в составе участников 7 команд, претендующих на выход в областной этап. Каждый год конкурсная программа несколько обновляется. Изюминкой нынешних соревнований стало испытание развертывания палатки. Справиться с простым, на первый взгляд, заданием оказалось не так-то просто, но опытной и сплоченной команде из 28-й школы конкурс дался легко. Они показали лучший результат – минута 40 секунд. Легко, но если уделить этому там 3 часа, 4 часа, то можно научиться. Ну как оцениваешь ты уровень команды сегодня? Сильный, высокий. А соперники? Соперники, так себе. С первых испытаний ученики 28-й школы стремительно набирали баллы, но уверенные в себе соперники сдаваться не собирались. Впереди участников ожидали боевое развертывание, спортивная эстафета, оказание медицинской помощи. Смелым и находчивым брестским школьникам пришлось хорошенько постараться, чтобы выйти на финишную прямую с достойными результатами. Кому-то удалось поставить новые рекорды, кто-то в этом году уступал в подготовке соперникам. Однако это не стало поводом для грусти. Ребята с пользой и удовольствием провели время в компании сверстников и их давних друзей и наставников. Брестских спасателей. Цель этого слета – подведение итогов подготовки учащихся по основам безопасности жизнедеятельности, чему они научились, какие навыки и опыт они приобрели, ну и, конечно, поделиться опытом со своими соседями соседних школ. Работники службы дня и ночи проводят со школьниками занятия по специальной подготовке. Слаженная работа, которая осуществляется на регулярной основе, имеет свои плоды. Подростки Брещины из года в год показывают хорошие результаты как на областном, так и республиканском уровнях. За каждым отделом, за каждой школой закреплен работник, который и помогает, и обучает, и участвует в занятиях, в лекциях, беседах, во всевозможных мероприятиях. Проигравших нет на республиканском, как на областном, так и на городском проигравших нет. Но, как тоже показывает практика, из года в год Брестская область показывает лучшие результаты. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.